В Югре продлили социальную акцию «Кино для всех». В тех кинотеатрах, где весной не успели показать ежегодную бесплатную программу художественных и документальных фильмов для югорчан, показы проведут этой осенью. Так, в Нягане бесплатные сеансы стартовали в муниципальном кинотеатре «Планета», который сегодня отмечает свое десятилетие. Пока на экране герои сказочные, в кинобудке герои невидимого фронта. У нягинских специалистов по кинопоказу большая радость – новый проектор. Он цифровой, лазерно-фосфорный. Картинка четкая, оптическая система энергоэффективная. Да и в целом техника с более стабильной работой. Нужно только задать программе нужные параметры фильму, составить плейлист, и в принципе проектор может работать самостоятельно, без присутствия человека. Ну, как бы контроль нужен, а управлять проектором можно с любой точки планеты, там, где есть интернет. Обновление системы кинопоказа обошлось в 2 миллиона рублей. Оно стало подарком учреждению. Муниципальный кинотеатр «Планета» празднует десятилетие. В этом синем зале на 166 мест ежегодно бывают не менее 45 тысяч зрителей. Теперь у них есть возможность увидеть киноленты в лучшем качестве. Мы имеем самый новый кинотеатр с самым лучшим оборудованием в округе. Значит, это источник уже пошел, лазерный источник света. Вот. Такого нет в округе, я думаю, на пересчет в России. Афиша после снятия ограничений на работу сформирована. Ряд кинолент можно посмотреть бесплатно. Старт дала окружена акция «Кино для всех». Показы 12 художественных и мультипликационных фильмов в Нягане будут идти до 30 сентября. В «Планете» всегда проходят какие-то фестивали, акции бесплатные. В сентябре у нас «Кино для всех», в октябре «Зеленое кино», в ноябре «Любить по-русски». Также у нас будут и другие фестивали платные, «Манхэттен Шортс», «Бест Скайфай», то есть которые уже довольно-таки знают наши нягонцы и принимают участие. В России почти 2000 кинотеатров, из них 19 в Югре. В билетных кассах пока без ажиотажа. Но в городском кинотеатре Нягани не сомневаются. Зритель обязательно вернется в кинозалы. Смотреть истории, реальные и вымышленные, на большом экране, ведь явно интересней. Евгения Самойлова, Николай Чащин, «Вести», Югория, Нягань.